Привет, Илья Васильевич. Вокзал. Автобусные ездили здоровы. Покупаем гостиницы. За 9500. Иванович, так ну, глядите, как не оставляли машину. Добрый, дай бог, дай здоровый. Доброго чего. Руслан. Спроси. Нет, там нет. Прикидывай. Генкину малому шоколадку надо взять. Да? Какую? Любую. Хоть еще. А мои сестры эти неизвестно дома они будут интервью дать подъезжать. Самые лучшие берут и дорогие. Видите, по 8 тысяч брат сегодня, да? 98. А, это Зак. Я спрашиваю, мне нравится, к своим руки сливаем. Все, поехали. Вот здесь, где вы, ваша дочка живет, да? А во внук ляжет. Сама, как тебя звать? А? Как тебя зовут? Как тебя звать? Сергей. Сергей, Сережка, говори. Как и папу. А? Как и папу, да? Да. Сергей Сергеевич. Сейчас Инна будет девочка. Дед Володя и баба Оля, как у вас внук. Стана, ты Инну помнишь? А сколько тебе лет? Что? Сколько тебе лет? 7. 7 лет уже? Во, Сергей, так Сергей большой уже. На диване, о, как король. На именинах и мультики смотрит. Это Света на халяву камеру влезла. Ты скажешь, что маме два слова сказать. Все нормально. Все нормально. Слушай, еще это зайти на продукцию. Валя, не обещаю, но если сможем, то зайдем. Нет, потому думаю, что это трудно. Нам надо... Нет, так это же ну, домашний вид. Показать, как ты живешь. Это домашний вид. А, действительно, я тут похожу. Я же не хожу, считаю. Хорошо, я кухня же... большая, тебе не нравится. А, да. Не светит, как квартиру. А? Не светит квартиру. Сейчас не стоит на ужин. Да, я все. А ты что? Спасибо. Да хватит. Хорошо, вода есть. Ну, сперва пошла, раз, но у нас не постоянно. Слушай, как хорошо. Ты решила, да? Не знаю. А той первый, что за его замуж вышла, когда на железной дороге Вадина была фамилия. Той помер, а это уже другие. Забыла. А это дед, который рассказывал, что все померли, он один живой остался.
Ви ж були у того. Ну, от скажи що-небудь для от тещі своєї. Так Валя молодо. Для тещі два слова. А що ще більше можна лікувати? А гості приїжджають. Тещі. Гості, да? Ну, тещі десь там. Де ти не упускаєш? У них дуже багато там. І свиня, і корови там, вони говорять. Ну, хазяйство. Хазяйство, і держат, і держат. О, можеш поїдем на год, буде, там уже встретимся, в Бобруйске. А, в Бобруйске? На год буде. А вот скоро будет год? 19-е. Это какого месяца? Будет этого месяца. А месяца, да? Ну, уже приедет туда. Ну, молодцы, они там держатся хорошо. Ну. И здесь и тёща, они так, может, и болеют трохи. Но с виду... Ну, сами себе потихоньку. Ну, с виду они молодцы так. И говорят хорошо, и веселые. И еды хватает у них более-менее. Они получаются. Ну, хорошо, вот я немножко... Ну, так что? Ну, так что, когда ботинка? Так, ну, я кунучит, Как мы сейчас говорим, получает, как еще я работать. Ну, какая. Вот здесь не останется. Ты мне не слушай. Будем всю свою новую граднику хоть знать. А, машина есть, так после уже легче. Да, Валя, только ты меня. Володя болит, да? Да. Ой, так как снят? Который посыграла. Это надо попробивать. Думала, не скажет. А, ну, вот это адрес это. А это Инна. Только что с ноутбуша вышла. Да, да. Ой, мамина внучка какая. Вот мы тетя Оля покажем, скажем, видишь? Тетя Оля, внучка, молодец, и попозирует хорошо, о, класс. Она меня, молодец. И вот не стесняется, а другая сказала, я... Дай ручку свою. Да? $2 за проказ. Замначальника милиции мой одноклассник убивает. Ну, замначальника по милиции, там же разные замы бывают. Ну, в уголовном розыске. А, ну, ясно. Лучше не связываться. Связываться. Придется его тогда... Сусакина там есть, этот, Заяц. 56. Штанков был этот. Вася, ну, участковый, а теперь я не живу. Я не знаю. Лошадина, какая разница? Только по Беларуси там идет. Не знаю. Хотя, ну, Сминска 8215, да? К нам звонить, а Сосипович, я не знаю. А это уже новый. Я там по области, а здесь уже... Там где я нам уже. Так что приехали, отведали, показали, что мы живые, что вы все живые. Сам дальше уже такие. Дальше и дальше, все дела и дела. Я не помню. Машина сохранилась. Ну а эту кубину там люди пригнали еще дикеру продать. Ну, это Валентина. Когда ему сидеть? Я знаю, я ушел. Камера работает. Я сама говорю, я с ним работаю. Выкрутили фильтр, заменили фильтр, залили свежим маслом, чистенько, все хорошо пока. Все нормально. А я приехал и у Минска. Что, послушайте, извините. Все, детки, спасибо большое. Что? Спасибо, нет, Василий, спасибо. Ну, хай уже, может, другим разом, когда-нибудь специально. Выберемся к вам. Они сегодня не собирались ночевать, так же у родственников ночевать не будут. Идемся, да. Ну все, счастливо, Валя, ну, Сережа. Счастливо, Витя, ну. Всем привет. Пусть приезжайте. Молодцы, что будем приезжать. Ну, давайте просто, чтобы ну, вот, ну, вам нужно дать понять. Там ни машины так и не заехали. От ваших ну, родителей самого вот, ну, Валя. А как вот ехать со Щепоиш до Бережи? Ну, то что на Минск надо ехать. На Минск. Не, здесь, сюда можно. А, на Минск. На водителе. На Минск. На дизеле едешь. И там на автобус. А, так и достояли. Да, там достояли. А так же разница. Ну, на Вотминске самое вот спокойнее. Я рад, все дружат дети. Мои тоже. Одна рада, что в школу ходит. Ты что, разная щемит? Ну все, давайте, идемте с это. Ну, вот, целуйтесь или обнимайтесь, что там будете делать. А не видно, что это за поцелуй такой. Все, видите, как получилось очень неудобно. Хорошо, все удобно. Но это не удобно нам. Хорошо, хорошо, молодец. Спасибо.
красивая. У меня брата такая. Все видно. Ну все, счастливо еще раз. А? Можно ручки помахать. Валя. Рукой я тебе помашу. Ой. Мама все время. Моя сестра. Да. Пан батька. Очень приятно. Да, так давно не вот виделись, ай-яй-яй. И вот больше ты на батьку, мне кажется, схожа. На батьку. И глаза. Вот тебе детки маленькие, ой, как смотрит. Симпатия. Ну, смотри на эту девицу, Рита. Не, ну, она стесняется. Маленькая, девочка из девочки. А вон Анька спряталась. Уже большая. Она уже... Не балуйся. В школу ходит там же, да? В школу ходит? Да. А вот ну, твой вот, ну, вот дома муж? Я разошлась. С тем, ну, разбойником, да? Да. Мать нет, ну ничего. Сойду еще, Настя. Ну, это уже где-то к ну, вот вечеру ближе. Ну, добро, приезжайте. Вот я тебя сниму. В следующий раз, если буду ехать, я буду где-то через месяца два, буду с новым телевизором и с видиком. И вот вам все покажу. Хорошо. Я буду и в Батуре снимать, я снимал его и раньше, года два назад, наверное, на видео. И вот все глянем. И вот маму снимал, здесь вот мы с ней снова сидели, много и говорили, и фотографии смотрели. Заеду с Сериком и с видиком, и вот все вот вам покажу, что я снимал. Сделал фильм. Ну что, симпатюльки? Родственники маленькие, а? Как мы с вами, ну, редко видимся. А точнее, вот, ну, вот впервые. Да, это еще точно впервые. Уже тебя сто лет не видела. Я так часто вижу. Я тебя вспоминаю, наверное, может, не помню, может, лет 15 назад, а? Да, если не больше. Ну, вот давно, очень даже давно. Да, то самое, ну вот если не на больше. Ну все, счастливо вам. Заезжай. Ну, вот, зайду вечером. Да. Так,